Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News. Сейчас расскажу вам о продаже российской Tesla Cybertruck за 666 666 рублей. На Автору появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck. Транспортное средство построили в Москве блогеры YouTube-канала Пушка Гараж. Необычный автомобиль создатели оценили в 666 666 рублей. Самодельный Tesla Cybertruck сделали на основе отечественной ВАЗ-2109. У девятки убрали все кузовные панели и часть крыши, а на их место был приварен самодельный стальной каркас и железные листы. После таких доработок автомобиль внешне стал напоминать американский электрический пикап. Чтобы кузов выглядел так, будто создан из нержавейки, как у оригинала, а его окрасили серой краской под хром. Поскольку все боковины российского Cybertruck сделаны из цельных листов металла, попасть в машину можно только через заднюю дверь. Ее подвесили на петлях капота и газоупорах. Боковое остекление выполнили из листов поликарбоната толщиной 2 мм, а лобовое стекло и дверь багажника вдвое толще. Все они имеют сильную тонировку. Переднюю и заднюю оптику сделали из светодиодных лент. Салон и вся техническая часть остались от ВАЗ-2109. Под капотом автомобиля находится бензиновый мотор объемом 1,6 литра мощностью 81 лошадиная сила, который работает в паре с пятиступенчатой механикой. Такой необычный проект был построен всего за 8 дней. Русский Tesla Cybertruck обошелся авторам 80 тысяч рублей, включая покупку донорской машины. Готовую самоделку оценили в 666 666 рублей. Напомним, оригинальный электрический пикап Tesla Cybertruck был представлен в ноябре этого года. Новинка поступит в серийное производство минимум через 2 года. Начальная стоимость модели составляет 39 900 долларов или около 2,5 миллионов рублей по актуальному курсу. На данный момент у меня все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!